Друзья, смотрите сегодняшнее видео до конца обязательно. Вы узнаете, как легко и просто с помощью, в принципе, велотренажера измерить свой аэробный порог. Это очень важно, без маски, без каких-то либо... Анаэробный. Извиняюсь, спасибо за поправление. Физкульт, привет, друзья и ученики. Я снова в гостях у Стефана в Кайзер Юниверсити. Всем привет. Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова. Был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fitsamba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание. Заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диас и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Гипертрофия. Да. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Fuck Fitness». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться, чтобы не навредить себе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Друзья, приветствую вас снова в Кайзер Университи. Сегодня Стефан покажет, как с помощью простого велотренажера без использования супер дорогих приборов, масок, измерить ваш анаэробный порог. Не пропустите, досмотрите это видео до конца, оно будет вам очень и очень полезным. А также не пропустите видео, которое мы сняли, как легко измерить процент жира в домашних условиях. Здравствуйте всем, мы здесь Кайзер Орландо, я Стефан Диас, это мой ученик Девин. Будем тестировать анаэробный порог. Хочу показать вам, был вопрос в Инстаграм, как тестировать, если возможно тестировать без маск. Конечно, у нас есть маска, все это аппаратура, но без этого, я даже этот вопрос спросил Виктор Николаевич Ильянов, сказал мне, в принципе, возможно. Аэробный порог чуть сложнее, но анаэробный порог четко можно. Как мы сделаем? Первым мы должны брать эту таблицу, поставим имя человека, сколько ему возраст, как он весит и какой-то максимум. Чистая формула 220 минус возраст покажет максимум, человек 27 лет, это означает, что 193 удара в минуту. Мы не должны больше этого достигать, потому что опасно может быть. Вот эта цифра максимум, это именно сердечное... Сердечное сокращение, считаем, это чистая формула, 220 минус возраст. Это означает, человек 20 лет, только 200 ударов в минуту максимум. Человек 40, можно просто 80. Угу. Окей? И начинаем тест. You just need to do this one time. Окей, теперь что мы сделаем? У нас, чтобы было более точно, мы будем определять сердечное сокращение с помощью Polar. Polar мы используем App, но если у вас нет Polar, нормально, что делаем? Просто считаем либо сюда, либо отсюда. Как считать? Лучше сделать секундомер, скажи мне, когда начну и... Давай. И считаю. 10 секунд надо? Скажи мне 15.
Всего 15 секунд. Окей. И потом просто и посмотри, как сделаем. Если считаем, мне нравится больше считать 15 секунд. 15 секунд умножим на 4, получается. Я считал примерно 12. 12, если сделаем ровно 20, умножим на 4, это будет 80 ударов mm-hmm. в минуту. Примерно было, ты первым начинаешь уже нервничать, видишь, mm-hmm. потому что мы говорим, уже начинает увеличивать. 90, 87, да, потому что если он влияет, и, конечно, увеличивает, конечно. колебания идет. Поэтому полар легче, потому что все это маленькие колебания мы смогли фиксировать. Сразу фиксировать. Чтобы тестировать, если у вас нет, тогда третий возможно. Можно вот. Просто на современных тренажерах есть. Современные тренажеры есть. Руки берете за ручки специальные, они посчитают ваш пульс. Тогда три варианта. С полар, самый легче. Второй. Тренажер. Или считать. Бесплатно считать. Okay. Но считать самое неудобное. Считать неудобно зависит от человека. У нас опыт не без проблем. Да. Почему 15 секунд умножить на 4? Если считаем только 10, это нехорошо. Потому что если мы потеряем один удар, когда умножим на 6, mm-hmm. это получается 6 ошибок. Да. Нужно плюс или минус 6. Если умножим на 4, это получается только плюс-минус 4. Более точный. Считаем и сделаем. Теперь у нас есть пульс. Если с полом можно выбрать упражнение, велосипед, indoor cycle, без GPS, можно даже с GPS. И начинаем, когда он на велосипеде. Get close here. Там too high, no? It's good. Good? Okay. Смиряем, ему нравится такое положение. Можно либо от спортсмена, но самое главное, чтобы было трокантер, greater трокантер, примерно так. На тазовом уровне примерно, да? Да. Что делаем дальше? Теперь начинаем. Будем начинать. Видите, секундомер идет пульс. Что мы будем посмотреть? Будем посмотреть на экран, чтобы нагрузка была примерно 50 ваттов. 50 ватт? 50 ватт. Каждая нагрузка там 50 ватт. Будем сделать 2 минут. После 2 минут мы будем увеличивать нагрузку. На сколько? На 50 ватт. То есть 50, 100, 150, 200? Да. Все время по... Что у нас есть? 50 ватт. Keep the spin. Slow. Должны, чтобы скорость была 70 оборотов в минуту, RPM. So RPM 70, продолжим от 70, 50 ватт, и каждые 2 минуты будем увеличивать. На 50 ватт, да? На 50 ватт. Минут 47. 51, 52. По секундомеру следим. Угу. Когда 2 минуты 107. Записываешь, да? 107 записываем. Это примерно, это 110, 107 примерно сюда. И сделаем маленькую отметку. Потом будем каждые 2 минуты. Теперь начинаем нагрузку.
увеличивали нагрузку на 50 ватт. Теперь 100. Это теперь практически 100. Да, иногда велосипед, каждый имеет свою. Свою, да, да. Иногда увеличивает 45 ватт, иногда 50, но можно без проблем для всех, потому что мы хотим определить, как он будет сделать в каждый новый уровень, каждый новый степень, каждые 2 минуты будем управлять. So far, good. И сколько по максимуму должен длиться тест? Это зависит от человека. Мы будем каждые 2 минуты, примерно как тестируем с маском, так мы будем без. Каждые, а если он будет минут, целый час работать? Он не будет, потому что я буду давление сделать каждый уровень. Увеличивает. Каждый уровень будет сложнее и сложнее. Сначала будет легко, но потом увидишь, что не так просто. Насколько такой способ точен по сравнению с работой в маске? Это я объясняю в конце, но в принципе аэробный порог сложный посмотреть, потому что будет примерно идет линия, если выйдет по пульсу, пульс вроде увеличивает постепенно и будет примерно как прямо линия здесь. Угу. А потом будет маленький Скачок. Это обычно аэробный порог. Но это иногда не легко посмотреть. А когда идет анаэробный порог, много признаков. Не сейчас. У нас 40-120. Сейчас мы делаем анаэробный. 120. Подожди. Пока еще анаэробный. Еще аэробный порог. Теперь я увеличиваю 55 ватт, потому что от Ридбани есть свой уровень, иногда не ровно 50, но увеличиваю. 50 сейчас уже, 160 уже ватт, уже 160 ватт. Это означает, что этот уровень будет уже чуть сильнее. Он продолжен. Keep 70. Единственная работа, которую он делает, держать за 70 оборотов в минуту. То есть не опускаться ниже 70 оборотов в минуту? Да. Если опустится, то все уже, тест прекращается, да? Нет, надо все время следить, потому что если нагрузка такая-то высокая, которую он не может держать, тогда тест заканчивается. Но пока нормально, пусть чтобы он просто продолжил. И каждые 2 минуты. Могу тоже сказать, что если у тебя нет времени и хочет покороче, можно в принципе увеличить за каждую минуту один уровень. Mm-hmm. Это будет ускоренный тест. Ускоренный, но затем у тебя много информации. Тем более, если ты по одному, если у тебя есть помощник, один все пишешь. Он здесь смотрит, и даже если шкала Борг, можно спросить, как how do you feel? Feel good. In a 1 to 10 more? 5. Примерно 50% от его возможно. Можно в шкала Борга я сделал адаптированный. 1 до 10. Шкала Борга он сказал, что в 5. Окей. 140. Третий шаг. Это уже мы прошли его аэробный порог, уже был большой скачок перед второй уровень и третий уровень. А теперь еще увеличиваем. Еще на 50. Это означает, что теперь start to feel, right? Start hard. Ага. И смотри на человека. Видишь, когда рот начинает открыть, это именно означает, что он начинает уже на анаэробный и скоро дышать начинает. Да. И это уже примерно сближаемся. И еще несколько примеров будет, наверное, на следующий уровень, и будет уже потеть. Когда потеем, это точно, что мы достигли или прошли уже анаэробный порог. Будем смотреть.
На каком сейчас он находится уровне по шкале Борга? Уровень по шкале Борга? Борг скейл? 6. 6. So we got in the past 60%. Прошли 60%. Можно и на дорожке это сделать, да, Стефан? Видишь, это уже я могу сказать, что его анаэробный порог примерно 160, как уже показывают там. Mm-hmm. 160-155 анаэробный порог. Окей? Okay. 160. Can I do one more? Try. В принципе, это можно делать и на беговой дорожке, да? И да. Hard? Hard. Definitely, все, 100%, что мы уже прошли анаэробный порог. Можно видишь, останавливать? Человек, уже можно останавливать, уже в принципе нормально. Пусть что еще. Uh-huh. Шкала Борга как? Борг скейл. 8 уже. Уже 8. 80%, да. И примерно мы можем прекратить тест. А 9 минут. When you get 9 minutes, you go down. Какой пульс у него показывает? Уже 170. А мы сказали, и нельзя превышать 190, да? Подожди, и down. Keep. Okay. 20 набрали даже. Okay. До предельного. 170 было здесь. Да, не прекращайте, сразу нужно немножечко 170. Замяться. Для тех, кто не знает, вот обязательно так... надо снизить и пусть чтобы заминочку успокоиться. Заминочку. Запомнить это. Нельзя, чтобы он ушел из велосипеда, если пульс больше 120 ударов в минуту. Надо 120 и меньше. Это без а лучше без вернуться проблем. К дотренировочному состоянию. Ну, будет сложно, потому что он работал. Но 120, в принципе, никто проблем не будет возникать. А больше это уже может хуже. Keep looking to your recovery. When you have less than 120, you can stop. Okay, go very light. Okay. И что ты скажешь, Стефан, по окончанию теста? Посчитаешь, насколько хороша тренированность твоего ученика? Кстати, друзья, кто думает, что Стефан и силуяновцы готовят только бойцов, борцов, футболистов, нет, вот ученик, который будет выступать на Men's Physique, причем абсолютно в натураху. Mm-hmm. Вот Стефан составляет такую, если можно ее назвать, кривую, mm-hmm. используя свою кредитную карточку в правильных целях. А не для того, чтобы... Is this still like 125? Okay. Keep walking, okay? Не пропустите, друзья, большое видео. Вышло уже, мы сняли о миографии, о подключении двигательных единиц к работе от того или другого упражнения. Очень интересное видео, вы должны его обязательно посмотреть. Okay. В принципе, у него аэробный порог примерно на 120. Это начинает первый скачок, как сказать, первый скачок примерно от 120. А уже по ротам, как по дыханиям, мы примерно 150, чуть меньше 160. Анаэробный порог. Какой это уровень? Хороший, средний, низкий? Он такой-то средний, не очень, потому что ему не нужно, как можно сказать. Когда меня тестировали. Да, конечно, у нас есть спортсмены, которые делают целый. Кому это нужно для вида спорта? Кому нужно. Для него достаточно. Но, в принципе, почему мы сделали это видео? Люди спросили, наши подписчики, друзья спросили. И поможем. Без каких-то специальных приборов. Можно любой кардиотренажер. Кардиотренажер, даже на тренировании, примерно следить за это.
каждые 2 минуты увеличивается 50 ваттов. Это самое главное. 50 не поднимать ватт. Выше при, пульс выше своего да, максимума. Да, не больше своего максимума, чтобы без проблем мы хотим установить за 80% от максимума. Mm-hmm. Примерно как мы установили. Да. 80% от максимума, да. Это без проблем. Без никаких за 20 без врачей, ударов без... не дошли даже там. Да, мы больше, чуть больше, потому что у меня там опыт, mm-hmm. я могу как управлять. И тоже главное, это шкала Борга. Шкала Борга, если вы сделали адаптирование, это легче, от 1 до 10. И каждые 2 минуты спрашиваю, видишь, когда он прошел анаэробный порог, он сразу сказал, что 8. Да. Это означает, что примерно 80%. Шкала это... Борга, друзья, это когда вы спрашиваете тестируемого человека, как он себя чувствует от 1 до 10, именно по степени тяжести выполнения упражнения. И что делаем дальше? Запишем, самое главное, записать. Сохранить. Сохранить эту информацию, можно фотку. Через 2 месяца, 3 месяца, сколько угодно, и сделать тот же самый тест. И если сравнить. Человек увеличивает свой уровень, что должен делать с этой кривой? Что с кривой? Кривая должен быть вправо. Это означает, что если кривая начинает идти вправо, он становится более выносливым. Тренированным. Тренированным. И уровень подготовленности. Чем? Горизонтальнее. Да, это тем лучше. Не очень хорошо. Если он такой же, ага. Будет супер. И в принципе, когда мы остановились, и даже могли определить МПК. В принципе, его МПК мы достигаем до максимума. Расшифруй 93. Людям, что такое МПК. МПК это максимальное потребление кислорода. Потом самые две последние уровни, mm-hmm. мы продолжим эти линии до максимума пульса для человека. Mm-hmm. Это пример 112-3. И покажет, что в принципе, если он тренируется правильно, 1000, он может достигать 1000 кг/метр в минуту. Это хороший. Это нормально, да? Да. Потому что было 50 ваттов, 100 150, 200, 250, 300, 350, да, это примерно 400, 450 ваттов, да. Ну, конечно, люди высокого класса не могут очень. Конечно, но это специализация. Да. Спасибо, Стефан, спасибо, Дерлин. Желаем тебе успехов на соревнованиях. Всем пока. Good luck in the competition. Давай, счастливо. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Nortrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По промокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Nortrop.